утром я встаю, пью 2 или 3 перепелиных яйца. Обязательно зависит от того, сколько вчера я съела. Если я перебрала по калориям и по объему, так скажем, мне мешает, я это чувствую, то 2 яйца. В последнее время о содержимом ее холодильника говорит вся сеть. Нинель Васильевна сегодня фитнес-звезда интернета. А потому что ест, как тренируется и где берет мотивацию, хотят знать сотни. А она просто в отражении зеркала. Метаболический процесс совершенно другие, если занимаешься спортом. Атрофация не идет. Поэтому и коса до пояса, и восхищенные взгляды на улице. Но первая популярность к Нинель Васильевне пришла благодаря йоге. На персональные занятия к эффектному инструктору – очередь. Причем в ее жизнь аштанга вошла только после 50. В первый раз на занятия попала в Тунисе и загорелась. Привести мастерство на родину. Сейчас Малышева говорит, тренируется все до 90 лет. Все, что вы хотите, тренируется. Мозги тренируются. Вот я сейчас с компьютером серьезно занимаюсь, не все получается, но тренирую. Все тренируется, все тренируется. Это уже доказывают многие. И в Москве, в Ленинграде есть много людей, которые очень в таком возрасте серьезном по 90 лет работают. Кроме ведения класса йоги, сегодня Нинель Васильевна и востребованный в Гродно хореограф. С балета она начинала и перестала когда-то танцевать ради любви. Муж в прошлом военный, а это значит, начиналась совместная жизнь в гарнизонах. Я и служила, ефрейтором была, точно, где работать было нет. Представляете, балерина ефрейтором была. И главное, с ее слов, тогда нельзя было останавливаться, просто двигаться, чтобы сохранить и форму, и желание кем-то быть. Одно занятие исключало другое по профессии, по интересам. То есть каждый раз приходилось как в омут с головой, потому что я не представляла себе жизнь вообще без работы. Вот у меня 47 лет стажа, и как бы это здорово мотивирует, это дает новую энергетику. Для меня вообще шок, если бы мне сказали в 55 лет, мы вас увольняем, и вы нигде не будете работать. Когда мне стали называть пенсионеркой, вот для пенсионеров мы встаем вечером, я сказала, я не пенсионерка, хотя мне было 60. Я дама на пенсии, но работаю. А еще летаю по миру. Путешествия – это страсть, омолаживает не меньше, чем спорт, признается Нинель Васильевна. На фотографиях она в десятках мировых столиц и каждый год выбирает новый маршрут. Потребность такая. Я хочу еще одну новую жизнь прожить. И как только у меня появляется в перспективе мечта, и начинаю экономить на всем. Поэтому, когда люди полные говорят, что нет денег, мне очень странно, потому что на питании, на здоровом образе жизни экономишь очень много. Это кажется, что нет. На самом деле, сэкономила деньги, ищу. И вот снова туда еду, и идет такая мощнейшая подпитка, как будто ты меняешь все. В дальних плаваниях главные попутчики – сын и внуки. С мужем традиция каждый год отдыхать на Балтийском море. Обязательно активно и обязательно вместе. И отовсюду она везет своих балерин. А в Вагановской академии за плечами напоминают сотни танцовщиц. И пусть пуанты остались в прошлом, коллекцию собирает не случайно. В каждой из них напоминание о ее успехе. Сохраненной в 70 молодости, легкости и грации. Катерина Круталевич, Алексей Старцев. Наши новости. ОНТ.